Время, так сказать, матча за вылет в шоу-дауне нашему. Спасибо, Андрей. Она мне определенно пригодится здесь. Или она сбилась. Или не для друзей, а для всех. Да, ладно. Бывает дерьмо. Надо 5 секунд поменять. Сейчас. Почему она, блин, у меня слетает иногда? Поехали, так сказать. Динамо теперь против Копенгагена, наоборот, так сказать. Никогда не было такого еще на сезоне. А нет, был. Ладно, вот так назовем тогда. Перед матчем все-таки лучше сохраняться. Ладно. Чего у нас тут есть? Сейчас. Раз. И три. Погнали настраивать этот великолепный состав. Понятно, что Бущан на воротах. Че по прыжкам? Прыжок 15. Чего Попова? 16. Сирота 16. Наш сирота не бегает. Забарный больше бегает. Бурда тоже не особо бегает. То есть Забарный и Попов тогда в центре. Справа Кенди или Караваев. Хотя можно справа Кенди, а слева Караваева тогда. Ты бегаешь 17-16, Тымчик, но... Хотя, может, Тымчика поставить. Тымчик пускай за замену выходит, наверное, все-таки. Чё по Дубинчика по статам, кстати? 14-14. Тоже 14-14, но я больше в Караваева буду верить, наверное. Так, ну на Хава по-любому Сидор пойдет. Да, ну, Буярский, да, наверное. Шапа, наверное, похож. В принципе, они где-то плюс-минус одинаковые. Шапу можно сюда поставить в целом. Ну, сюда Цыга, понятно. Что у нас по левому флангу? Есть Депена. Антюх. Нет, Антюх без удара. Кулач. Такое. Ну, Депена, по-любому, ладно. Ну, есть Гармаш. А стоп, да, я типа так плохо смотрел здесь, типа, да. Или нет? Ну ладно. Ну, Беседин. Наверное, все-таки более интересный. Ну, что по Гармашу, кстати. Что мы тут нарисовали вообще? Я, ну, Гармаша не хочу выпускать особо так. Сирота, Бурда. Тымчик, Дубинчик. И тогда логичнее брать Тымчика справа и Бурда и ЛЦЗ может сыграть. Две роли закрыть.
Или даже выходить туда с дубинчиком, Караваева на банку, просто чтобы был такой челик на два фланга. Да, хорошо, Ром, я гляну. Но она там фигней занималась с формами, я так понял. То, что я заметил по ролику этого Райзена. Так, вызвал с опорку на банку. Андреевского тогда брать как опорника. Гармаши. Витиньо, Кулач. Антюха нету ни хера, Гармаши тогда как центр поля еще. Ну я так и понял. Это было ожидаемо. Итак. Чупом голову. Че у меня тут стоит? Заборный с пятнашкой. Ну все. Ну давайте беседина на угловой вообще поставим просто. Не будем париться особо. Ладно, поехали. Прекрасная тактика. У тебя сюда. Шипаренко сюда. Боярский сюда. Беседин в опорника. Цыганков сюда. Тупана сюда. Окей, поехали. Кенди, не понятно, пока ничего не купил. Блин, Кенди уже желтую успел схватить, класс. Бущан хорош. Что начало? Тогда сразу вот так сделать. Сейчас уж у него узкая схема. Раз уж он паузу ставит на 9-й минуте, сделаем такое изменение косметическое. Слишком узко у него все выглядит. Можно попробовать пошире сыграть сразу пока. Фу-фу-фу-фу-фу.
Он говорил, говорил, идут и идут. Кенди, Сидор, Шапа, Кенди, Сидор, Буяльский, Хачалову попадает мяч, обидненько. Хачалова, Дикс, Дубинчика просто пробежали, еще раз пробежали, Дубинчик фолит, но вроде там штрафной должен быть, вроде как. Но мне все равно это не нравится, иначе какое-то учение. Ну да, пенки не было, но... Но фол от Дубинчика был. Ох, окей. Попов. Дубинчик. Бомб, Сидорчук, Забарный, Цыганков, Шапаренко на беседе, ай-яй-яй-яй, заблокировали. Цыганков на угловом, понятно, а где вообще Беседин гуляет? Ну что это такое? Блять. Сидор, блять, нахера этот? Да. Бущан, надежда только на него. Но нет, не тащит Бущан. Окей. Неприятное начало, так сказать, второго тайма. Да, блядь, скрывает. Ну. Окей. Тринчик, Сидорчук, Забарный. Буш. Караваев пошел по флангу. Давай, давай, Саня. Буяльский, ДПНа, Караваев. Подача на Цыганкова! Вроде бы без офсайда. Смотрим сейчас, конечно, что ВАР решит. Но выглядело как без офсайда. Есть, 1-1, хорошо. Хороший забросик от Караваева и Цыганкова. Обрадовал своим голом, окей. Так сказать, мы в игре.
такая передачка на Дикса. Будет навес. Сидорчук хорош. Тут не успеваем. ЗК. Опять ЗК с мячом. Стейдж. Пас назад. Вратарь, конечно, далеко. Вышел погулять аж, но... На замену осталось. Хотя на желтую сел. Пускай Вити не выходит туда. Фаук, Караваев. Петрчук, Буяльский, Гущан, Забарный. Пошел, пошел, Илюха, Тымчик. Давай, Саня, на Витю. Обратно Шапаренко, перезабросик на Беседин. Удар! Это Артем Беседин! Хорошо! Беседин красава, просто умничка. Хорошо, на фланге тут разыграли. Витя не полез сам, отдал умную передачу, и Шапа прекрасным забросиком сделал все, как и должен был сделать. Окей, первая игра 2-1 в нашу пользу, уже не может не радовать. Имеем некий гандикап на следующую встречу. Так, так теперь это надо называть по-другому, то у меня есть уже такой. Так. Тут у нас получается слева был сейчас Динамо. Бару Фист Гейм 1. Так. Надо подумать так. Ctrl S сразу. Дабы, так сказать, без багов и обновлений всего происходящего. Типа, если выйти сразу вот так. Мне вообще не понравился Кинзёра. Дубинчик, к слову, вообще ужасно отыграл. Наверное, мы так выйдем сейчас сразу. Буя пока непонятно как-то, как и Шапа. Депена, кстати, ужасный матч тоже провел. Почему Гармаш не попал на банку? У меня уже забыл. Шепелев и Андреевский вместе почему-то на банке. Тоже такое себе. Деньги. Пускай будет место... Так, кстати, да. Не очень радостная новость, Андрей. Не люблю такие сюрпризы. Но я, в принципе, привык к этому дерьму. На протяжении всех драфтов это выкатывается всеми подряд. Поэтому... Ладно, сыграем сейчас так же, как играли второй тайм в целом. Посмотрим. Второй тайм мы лучше смотрелись. Посмотрим. Я не знаю, чего ожидать реально, ребята. Сейчас посмотрим. Ну, по фамилиям... А может и сразу трена. Помнишь, сейчас посмотрим. Я даже подожду эту картиночку красивенькую. Ну, выйдет в 3, окей. Будем думать. Да, выходит сразу в 3, окей. Тогда... А в принципе, что менять? Игра такая же будет. Просто единственное, что... Нужно не дать ему воздуха здесь. Надеюсь, Беседин справится с Зэкой просто. И не будет никаких забросов лишних. Где тут... Господи, Зэка, да. Поехали. Начнем все равно так же, как начинаем во второй тайм. Посмотрим, что будет. Будут моменты, будет хорошо. Забарный на Цыганкова.
Тут переводик на Караваева, красавец. Витиня, давай, давай, давай. Витиньо. Беседин не получает мяч, старичок принимает, окей. Тымчейк, удар, ух, опасненько. Но, наверное, надо было, чтобы все-таки был более логичный момент. Без такого резкого удара. Смотрим, что будет дальше. Так, наш аут. 10-я минута, Караваев бросает на Буяльского, тот возвращает на Караваева. Караваев на Сидорчука, будет лонгшот. Сидорчук, ай, Серега! Сергей Сидорчук! Лучший. Фух, хорош. В лучшем стиле, как за Динамо, прямо забивает голы свои. Человек лонгшот, так сказать. Потом в реальности он тоже клепает такие голы достаточно часто, скажем так, когда прикладывается к мячу, поэтому... В принципе, более-менее реалистичный даже гол. Так, две желтых, класс. Зека посадили на желтую. Что-то не может не радовать. Забарный красавчик Шапаренко. Караваев. Буяльский, там интересно, так Буяльский, давай-давай, штрафай. Так, хорошо, Караваев на шапу, Тымчик. Врывание. Ах, а зачем? Зачем бить? Пострели. Тымчик. Много вопросов за такой момент сейчас. Караваев по ногам получил. Восстановится ли? Вроде пока не на этом. Вывих колено, конечно, это страшно выглядит. Цыганков на желтую сел. Цымчик, красава. Сидорчук, Караваев, Буяльский. Витиня не успевает. Еще раз Караваев успевает, Буяльский. Давай-давай, Цыганков. Витя, давай. Беседин! О, как это близко было. Нужно забивать третий. Ну, точнее, четвертый. Второй, вернее, в матче, короче. Попов на желтую сел. Так, ну Караваев вроде восстановился, окей. Это хорошо для меня. То не останавливайтесь, ребятки, окей. Сидорчуку пока огромное спасибо, поэтому ждем, что будет на следующий тайм, на последний тайм матча. Может что угодно произойти, поэтому будем глядеть. Я не удивлюсь, если сейчас Хав перейдет на ТН. Да, согласен, Сокол, задавали меня уже... Не, ну он выходил-то первый матч адекватно. Он проиграл концовку прошлого и решил выйти сразу в тринапа. Я просто не хочу сейчас увидеть тут еще этого. Тена вместо хавбека. Вот это меня больше напрягает. Мысль о том, что сейчас такое может произойти. Ёб твою мать, что ты высрал, господи. Если я отправлю ЦПшников на Фалька и Карамока, а Беседина отправлю на опорника. Давайте попробуем такой не самый ожидаемый от меня вариант. Я никогда еще так не пробовал даже. Это Карамока ваш. Мы берем фланги, забираем на ЦПшников, соответственно. Накрывая опорнику, мы дали ЦАПа. И Беседин остается под ЦПшником здесь. Я не знаю просто, кто будет доставлять мячи сюда, если вот это будет закрыта прекрасная зона. Посмотрим. Попробуем так. Бущан выносит далеко, но не попадает на своего, к сожалению. Сейчас будет, наверное, так. Ленагер, Хачалава, Йоргенсен, Ленагер, заброс на Побьеля. Бущон! Караваев хорош выносит. Так, я вас услышал сразу. Давайте сразу отреагируем, пожалуй. Не хочу я. Я понимаю, что сейчас будут дальние швыры, поэтому, в принципе... Забарный, Сидорчук, Цыганков. Витя, давай. Шапа. Цыганков. Тымчик, какая передача, наша паринка скрытая! Витя! Ай-я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 й
Проваливает матч Виктор, просто. 6-4 это ужасненько. Наверняка будет замена его, если сейчас... Ой-ой-ой, как проходит пас. Там, по-моему, без офсайда.
успешно. Да, он за мячом пошел, скорее всего, без офсайда. Да, был засчитан, к сожалению. Будет жаркая концовка. Динамо пока не задумывалось о крайних защитных, стыкующих защитниках. Ну, блин, обидно. Давайте вот эту хрень поставим. Не сомневаюсь, что она особо сработает, но... Хвалим, ребят, все равно. Попов, Шапаренко, Беседин, Тымчик, Цыганков, Микола Шапаренко, Артем Беседин, Тымчик получает мяч. Саня, сбить надо, ну ё-моё! Тымчик, надо такое забивать. Я понимаю, что ты правый защитник, но все же. Девчаренко кладет... Ой-ой-ой, побель штрафной. Бущонище! Тяжелый матч очень. Фалик против Буяльского. Буяльский нельзя фалить. Чувава. Кстати, мы один желтый получили еще из-за Буяльского. Только заметил. ДП она пускай тогда выходит сюда. Кулачи сюда тогда. Момент от Динамо очередной. Второй тайм опять для нас плохо начинается. Фальк. Побель. Попов, спасибо. Так, наш момент. Сидор. Буяльский. Тымчик. Выдай. Кулач. Владислав. Мать его, Кулач, ну блять. Ну просто запихать один ударом. Ну выходим же на ударные позиции, ну просто запихнуть одним ударчиком. И все, как бы, снять вопросы. Два мяча в преимущество, он уже не успеет отыграть. Ох. Кулач хорош, но, блин, опять мяч к нему отскакивает. Пол, Ларгер, Йоргенсен, Лютнер, Лютер. Держать Лера Гера! У нас теперь прощает игра. Ладно, я забыл, кстати, что мы вот так должны были играть. Не все я с прошлой с той тактики сделал. На замену. Ну, давай, Гармаш, выходи. Да, я знаю, плохая фаза. Я поэтому и пытаюсь что-то изменить, чтобы не допустить такой же херни. Но... Нет, ну нет же. Да капец, ну что за херня влетает? Почему они рассосались вот здесь? Ну что это было? Ставишь им играть, блин, заставлять играть через фланги, они все равно, блин, его по фланге не кроют. Сейчас посмотрим, что он выкатит дальше, теперь после двух холов этих. Теперь он концовку забирает. Сейчас какая-то будет адекватная тактика, по идее. Почему? Вот, ну что это за коридор просто? 2 ЦЗ, блин, выкатываются. Ух ты ж, блин. Шапаренко на Лера Гера, так на господи, где он тут? Гармаш на Побьеле. Витине там все нормально, ДП на все нормально. Кулачу тогда можно ЦЗшника какого-нибудь дать. Сидорчуку я тогда никого не даю вообще.
допы. Главное, на желтую посадили, конечно, но... Допы, говорите, да? Классно. Сыграем чуть уже. Но замена еще у меня есть. Если что, Шатриевского можно выпустить будет. Но не сейчас. Давайте пока подержим. Ну и что это такое? Ну что это такое? О, бля, просто сразу гол в начале тайма дополнительного. Игра меня решила и сегодня отдубасить. О, Караваева добили. Не зря я не тратил последнюю замену. Киндером. Давай, ДП на подачу. Кулач! А, ну конечно. Кулач не забивает. А хотя почему Кулач не забивает? Потому что теперь он на угловом. Че, у Кулача по голове? А, ну да, согласен. Я забыл. Пена, давайте. О, вторая желтая для Дикса. Хм, успеем ли мы реализовать это преимущество теперь? Спрашивается только. Тяжелая концовка будет в любом случае. Надо забивать, очень сильно надо забивать. Так. Там вышли 4-4-2, да? Сейчас надо было посмотреть было, конечно. Ладно. Мы сейчас забьем сразу так, как и он нам забил. Кулач. ДПН. Гармаш. Киндера. Кенди, да блять. Сидор, так ладно. Тут побил, тут Ленингер. Дорогих. Тебе на тебя вызвать нападающего этого. Ну тут также остается. Кулачу также остается хочела. Ладно. Походу ГГ классно.
Классно. Вылетаем из шоудауна. Просто великолепно. Обожаю эту игру. Ладно. Что еще сказать? Очень тупо все как-то. Что в первом моем матче здесь было все тупо, что во втором. Спасибо за игру, так говорится. Всем спасибо, кто был на стриме, кто увидел этот позор. Всем пока.